Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы вместе с вами вспоминаем благоверного князя Дмитрия Донского, известного нашего героя. А на самом деле не только его память э, в этот день, но и память его супруги, она тоже... Прославлена, причислена к лику святых, святая Евдокия. Ну, в монашестве она была Ефросинья Московская, его верная сподвижница. И на самом деле это огромный пример всем нам. Пример, вот сейчас уже семейная верность, это что-то такое странное. А ведь в том браке у них родилось 12 детей. То есть они не были там крестьянами, да, которые рожали, чтобы привлекать, так сказать, вот, ну, детей в помощь своих ежедневных полевых работах. Вот. То есть они могли бы вроде бы и не рожать, живя там в комфорте только ради себя, но нет, потому что они думали не только о себе, да? они думали о том, что нужно укреплять родное отечество. Для этого нужны как раз чада. Вот нужно скреплять брак а, с другими княз... княжествами. Собственно говоря, Дмитрий Донской он вступает в брак тоже ради в каком-то смысле единения Руси. Вот он сам а, собиратель Руси, один из собирателей Руси, и он вступает в брак для того, чтобы закрепить связи Московского княжества с Нижегородско-Суздальским княжеством того времени, потому что Нижегородский князь Дмитрий Константинович постоянно выступал против Москвы была еще слаба и вот заключается такой брак но здесь как раз они вот и находят себя князю дмитрию было всего лишь 15 лет еще не было 16 его супруги евдокии 13 ближе к 14 годам вот но насколько оказался крепкий брак пронесли благочестие через всю жизнь, и вот вместе они в лике святых, и мы молимся, и можно по праву сказать, что они тоже покровители семейного счастья. Так что, братья и сестры, обязательно им молитесь. Вот. Ну, а теперь немножко вспомним еще подвиги князя Дмитрия Донского, конечно... Исторически, в общем-то, основные вехи исторические, все знают. Мы не будем так вот прямо подробно все описывать. Конечно, тут же мы вспомним, что во время Второй мировой войны была создана танковая колонна в честь Дмитрия Донского. Он ведь тоже, как Александр Невский, покровитель нашего воинства, потому что в его сражениях ему сопутствовала победа, Господь его благословлял победой, и поэтому мы к нему молимся, чтобы и он помогал нам в различных вот этих трудных ситуациях, когда нужно воевать, и мы вынуждены воевать, чтобы и он нам тоже помогал, и вот на средства верующих, во время Второй мировой войны была создана особая танковая колонна в честь Дмитрия Донского. Конечно, может быть, она была не такая вот уж большая по составу, потому что церковь была разорена к тому времени, и верующие, они тоже находились в очень гонимом положении, но, тем не менее, смогли собрать средства и выстроить 40 танков. 40 танков, из них 19 танков Т-34 – и 21 танк, огнеметные танки такие были. И вот эти танки, они прошли через войну, через поля сражений. Много из них, конечно, в основном, основной состав этих танков был, к сожалению, уничтожен в огне войны. Но некоторые дошли даже до Берлина и в целом по оценкам вот, научных специалистов, эта танковая колонна, но ну, она была на самом деле разделена на две части, вот, они разбили и уничтожили около 38 вражеских танков, около полутора тысяч вражеских солдат было уничтожено благодаря этой танковой колонне. То есть определенный вклад в победу такой вещественный тоже был. Но смысл, конечно, не в этом, а смысл в том, что Дмитрий Донской, он всегда вспоминается нами, и немногие могут назвать каких-то вот московских князей старого времени. А вот Дмитрий Носкова помнит все. Потому что этот князь, он впереди всех остальных московских князей, потому что он символ нашей духовной победы, нашей борьбы за, и в том числе за государственную независимость, ну и за подлинное православное благочестие. И вот в чем как раз уникальность благоверного князя Дмитрия Донского, он рос в окружении святых людей. Вот в прямом смысле этого слова время было чисто вот внешне очень тяжелая. То есть это середина XIV века, вот он рождается в 1350 году, и когда ему 9 лет, то отец его, Иван Красный, умирает. Красный, то есть красивый, красный значит, красно-солнышко, да, красивое солнышко. Вот. И отец его, видимо, отличался и физической такой красотой, и внутренней красотой. Вот. И он умирает, когда Дмитрий всего лишь 9 лет, и ему за отца становится святитель Алексей, митрополит московский, выдающийся святой того времени. И мало кто знает, что святитель Алексей в каком-то смысле был политиком, даже ведущим политиком того времени. Вот часто мы говорим о том, что политика дело грязное, что она только вот ради корыстных каких-то своих там эгоистических там стремлений, только вот все ради себя. Нет, не всегда так. Это зависит от человека, который погружается в эту сферу и какие цели он ставит. Кто-то работает только ради своего эгоизма, ради своих греховных страстей, и потом история, его память о нем уничтожает. А кто-то, как вот святитель Алексей, он заботится о государстве. Да, он был митрополитом, то есть предстоятелем русской православной церкви, но получилось так, что в какой-то момент, во-первых, он выделялся очень таким выдающимся умом, организаторскими способностями, что он был, стал более авторитетным, чем многие князя того времени. И он помогал правильно формировать политику России, противостоя Великому княжеству Литовскому. Литва в то время была не как сейчас, это было достаточно такое большое государство. Русь была маленьким государством, и Литва начинала захватывать некоторые западно-русские исконно славянские территории. И вот святитель Алексий, он очень Мудро старался маневрировать, он устанавливал договоренности с Золотой Ордой, и к нему была очень расположена, как мы знаем, ханша а, Тайдула. А, ну тут скажешь, ну при чем тут ханша? А дело в том, что а, ее-то муж узбек, хан узбек, он уже давно так, а, отошел в мир иной, и в какой-то момент вот именно ханша Тайдула, она сосредоточила а, власть а, в своих руках. Вот ее сын Дженибек, он, она была, конечно, она именно правила, а сын Женибек был маленьким еще, и она очень уважала святителя Алексея, митрополита Московского. Мы знаем вот это вот чудо известное исцеление Тайдулы от болезни, чудесное исцеление, когда у нее какая-то болезнь с глазами, и вот он приезжает. Туда, в Золотую Орду молится, окропляет ее святой водой, и она прозревает. То есть, по молитвам святителя Алексея, она прозрела и она оказывала огромное расположение святителю Алексию. Он противоборствовал как раз Литве, да, он старался скреплять русские княжества, тоже собирая вокруг Москвы, и вот он становится малолетнему князю Дмитрию за, от, за родного отца, за наставника, за учителя. И потом постепенно, когда вот возрастает князь Дмитрий, святитель Алексей спокойненько отходит в сторону от этих государственных дел, потому что он был вынужден этим заниматься, да, когда не было сильного э, правителя, а как только появляется сильный князь, то святитель Алексей нисколько не вступая с ним в противоборство, да, там, не виду, не... он оставляет себе просто сферу церковных дел. Хотя я в государственных делах очень помогал. И вот когда э, строительство белокаменной Москвы, вот мы знаем это, да, что Москва, Кремль белокаменный, это ведь э, было во многом связано благодаря тоже участию святителя Алексея и его рекомендациям. А, да, и вот это вот строительство именно из белого камня Кремля э, спасало не раз затем Москву, потому что полчища врагов, и тот же самый литовский князь Ольгерт, которые подходили, они не могли взять приступы в Москву, и потом также вот спокойно отходили, и Москва оставалась спасенной. И вот кто еще из святых? Это, конечно же, преподобный Сергий Радонежский. Преподобный Сергий, который тоже был духовником, наставником, вот старцем, который подсказывал князю Дмитрию, как лучше поступать в той или иной ситуации. А еще святитель Федор Ростовский, племянник преподобного Сергия, который долгое время тоже жил в московском монастыре, вот он тоже был близок к князю Дмитрию Донскому, то есть он возрастал в окружении святых людей. По свидетельству Карамзина, он строго соблюдал вот церковные посты, во время поста одевал в лосиницу, причащался великим постом каждое воскресенье. И князь Дмитрий возрастает вот, как такой именно православный, Созидатель Святой Руси, и, конечно, нам скажут, что ну, ведь время-то удельное, и все князья друг с другом воевали, с одной стороны это так, потому что не было единого государства. Там Тверь, Рязань, Нижний Новгород и другие, кто могли, они поднимали свои головы, постоянно вроде бы договаривались, но после этого нарушали свои договоренности, воевали, и князь Дмитрий тоже вынужден был воевать все это время, но как иначе было сохранить Московское княжество? Зато зачастую он поступал совершенно иначе, нежели поступили другие бы князья. Ну, допустим, вот когда его неоднократно подводил тверской князь, и тверской князь в один момент большое подношение уже в Золотой орде, уже 70-е годы там вновь сменилась власть среди ханов, и он фактически покупает себе ярлык на Великое княжение, а как это? Он дает огромные обещания, Тверской князь. Он обещает, что при, принесет там огромные суммы, Вот лишь бы дали ему вот этот ярлык на великое княжение. В качестве заложника оставляет он своего сына, и он получает действительно это право великого княжения. А потом оказывается, что Тверской князь не может расплатиться с золотой ордой. У него нет средств. И тут вдруг неожиданно именно Дмитрий Донской, князь Московский, выкупает его, су его сына за огромную сумму по тем временам 10 тысяч рублей. Это фактически годовой взнос в Золотую Орду, вот он платит для того, чтобы выкупить Тверского вот этого княжича, потому что он не поступает как враг. Он хочет поступить по-христиански, по-братски, и через это уже устанавливать какие-то добрые взаимоотношения с князьями. Кстати, вот этот кня... княжич, Иван, княжич Иван Тверской, он впоследствии тоже, когда один из очередных князей, хан Эдигей, предпринимал поход и приглашал его, иван уже был князем вот, то он отказался вместе с татарами выступать против москвы то есть он за добро тоже отплачивает добро то есть добро всегда приносит какую то пользу потом он оканчивает свою жизнь в монашеской схеме и вот дмитрий донской он неоднократно поступал именно таким образом кроме того его вот личный Благочестивый образ жизни он был важен в том числе и как для военачальника. И это вот кажется так, что если ты стоишь во главе народа, то живи как хочешь. Если ты будешь жить как хочешь по своим страстям, то ты погубишь все. И самого себя погубишь, и погубишь тот народ, который тебе верен Богом. И жизнь по страстям, по греховным страстям, она губит и военачальников, и простых воинов, и... Вот мало кто знает, что за три года до Куликовской битвы, а была еще такая битва на реке Пьяни. Вот само уже название, оно характерно, это 1377 год. Ну, река Пьяна, там есть, конечно, две версии, что она просто такая вот извилистая, как бы, путь пьяного человека, но и символично, что именно рядом с этой рекой состоялась вот такая очень неудачная битва, когда князь Дмитрий Донской, все-таки договорившись с Нижегородским князем, вот он направляет своих воинов, Суздальско-Нижегородскому князю в помощь. И сам он уехал, потому что казалось, что монголы-татары, они еще далеко. И наши воины, вот эти войска и те князья, которые находились при реке Пьяне, они настолько расслабились, что пили и бражничали каждый день, забросили оружие, ходили без доспехов, перестали выставлять дозорные посты, и не заметили, как монголы-татары неожиданно, вот в полном вооружении, напали средь бела дня на стан вот русских воинов, и наши полупьяные э, витязи, так сказать, они бросились в эту реку, и там многие потонули. Ну и были те, кто не успели бросить, тех разбили монголы-татары на берегу, то есть вот что такое жизнь по своим греховным страстям, она все расслабляет, все уничтожает. И вот греховная страсть, греховная страсть, она оборачивается и политическим поражением в конечном итоге. И вот Дмитрий Донской, он как раз не был таким. И внутренне мобилизуя самого себя в духовной жизни, он старался мобилизовывать и тех людей, которые находились рядом с ним, Поэтому, как бы в противовес вот тому поражению, он перед э, Куликовской битвой и спрашивает благословение преподобного Сергия Радонежского. И преподобный Сергий э, посылает с ним, как мы знаем, двух своих иноков. До этого они были, в общем-то, тоже из дружины княжеской, бояре э, Александр Пересвет, Андрея Слябе. Мы знаем все, что этому сопутствовало, и потом подвиг единоборства Александра Пересвета с Челубеем, но смысл здесь заключается именно в том, что они были наглядным таким вот ощутимым благословением, то, что с княжеским войском едут ученики преподобного Сергия. И вот это как раз духовно и возвышает именно данное сражение, что здесь все совместилось, да, и сила русского оружия. И рассудительность военачальника, рассудительность в чем? В том, что он именно, переходя через Дон, то есть, казалось бы, ну зачем ты себе пути к отступлению отрезаешь? А он наоборот, он выстраивает войско в таком месте, где его окружить татарская конница не могла. И он прячет еще засадный полк, да, вот мы знаем это. И, то есть, рассудительность князя, но и личное благочестие самого военачальника и молитвы преподобного Сергия. То есть здесь все совместилось, поэтому и была с Божьей помощью достигнута вот такая удивительная победа. И эта победа стала символом, что когда дух твой мобилизуется, то и внешне ты достигнешь очень многих побед. Конечно, вот чисто исторически не все так просто и знаем, что да, вот перестали платить дань Мамаю, разбили его, до этого уже удалось вот объединиться объединиться с Нижегородским князем, но единственно Руси очень трудно достигалось. Обоз возвращался домой, в Скуликово поле, а рязанские, рязанские, князь и его люди грабят этот обоз, да, приходят в Москву, а через два года появляется новый хан Тахтамыш, с войском, и нижегородские князья обманывают э, Дмитрия Донского, говоря, что они ну, заключили некую договоренность, и что достаточно просто вот отворить вот этот белокаменный Кремль для Тахтамыша, и ну, просто вот они установят некоторые новые там, договоры, контракты, да, выплатят какую-то дань, и все нормально, а как и поверили нижегородским э, Суздальским князьям, и когда отворили двери, то Монголы-татары поубивали множество людей, погибло около 24 тысяч человек, а сам Дмитрий Донской в это время находился в другом месте, и когда он возвращается, то он видит, как бы, что ну, вроде бы все рушится, да? что вот ты вроде бы победил, но опять разорена Москва, ты вроде бы объединял князей, а опять они тебя обманывают и предают, и это все доставляло некие такие вот раны в душе благоверного князя Дмитрия, и только вот, наверное, его вот, преданность промыслу Божию, преданность промыслу Божию и э, доверие Богу, что посреди вот этого человеческого хаоса все равно вершится именно божественный промысл, что Господь не оставит своих людей, вот это помогало выстоять. И действительно, вот все, все то время, вот эта вторая половина XIV века она на самом деле выделяется в истории Руси, потому что тогда жили вот эти вот самые святые наши люди, святитель Алексей Митрополит Московский, преподобный Сергий Радонежский, благоверный князь Дмитрий Донской. И это становится таким вот ядром или, скажем так, вот зерном, из которого вырастает колос русской государственности, именно как православного государства, православного народа, который посреди скорбей все равно укрепляется. То есть да, наносится удары справа-слева, есть предательство, но ты, главный будь верен Богу, ты поступай по правде. Ты все равно вот выкупай княжичей тех, кто Тебя вроде бы предавал, то сделай добро, и Господь за добро воздаст добром, и Московское княжество в итоге укрепляется, как благословленное Богом. И, собственно говоря, вот вклад здесь именно князя Дмитрия Донского. Мы не будем подробно описывать его жизненный путь, его борьбу, потому что все это было проходило в очень тяжелых таких подвигах. Мы скажем только то, что. Вот именно благодаря князю Дмитрию Донскому наступает перелом. Перелом вообще вот в ходе истории. То есть оказалось, что можно побеждать вроде бы непобедимого врага, неприятеля. Оказывается, что Господь тебя не оставит, даже когда вокруг все рушится. И вот это, этот фундамент, заложенный князем Дмитрием Донским. Он, э, на нем возводится здание дальнейшей Руси. Вот мы знаем, что когда он пишет свою, э, свое завещание, духовную грамоту, то он уже передает, он не спрашивает и не говорит уже о монголо-татарах, да, о том, чтобы ехать за ярлыком, он лично передает э, свое княжение своему сыну, и это скрепляет подписью преподобный Сергий Радонежский, и э, князь Дмитрий, он еще говорит, что да, в общем-то, можно, конечно, платить дань, но если будет возможность, будет возможность, то лучше не платить. И, в общем, э, рано или поздно, мы знаем, наступил такой момент, когда Русь освободилась в том числе и от этой зависимости, потому что, собственно говоря, конечно, для нас главнее духовная свобода, духовная независимость, но если Господь подает и внешнюю независимость, то это надо только приветствовать и за это Бога благодарить. Давайте вот сегодня поменем благоверного князя Дмитрия Донского, его прекрасную супругу Евдокию в монашестве Ефросинию, помолимся им, чтобы Господь и наше государство укрепил в наши дни, отвел от нас какие-то беды внешних нашествий, врагов, чтобы и в наше время Русь стала как бы временем собирания земель не разделение, что там вот Украина, там Беларусь отделилась, а наоборот с собиранием воедино. И о, через это процветало православное государство, а через это и православное просвещение распространялось на весь мир. Святые благоверный княжи Дмитрий Донской, моли Бога о нас, и святая преподобная Ефросиния Московская, не остави нас в твоих молитвах. Дорогие братья и сестры, всех вас сердечно с праздником! Храни вас, Боже! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.